просто эта же девушка поет, видишь, она голос нежный, молодой. Она вот типа идет, она говорит, брат, будь собой, оставайся собой. А ты под эту систему, например, прогинаешься. Потом она идет, она ложь, лицемерие, взяточничество, все это видит. Поэтому, брат, читай между пальцем, братуха, читай между пальцем. Учить молодого. Я думал, ты грамотный, толковый паренек. Оказывается, брат, ты грамотный, толковый мужичок. Вникай. Будь выше, брат, себя. Масоны должны быть этот высший гор, братухи. Ищите, ищите масал. Масоны должны искать масал. Я же всю жизнь живу в этой системе. Просто мне вот что интересно, да, неужели никто не видит, что происходит вокруг? За то, что в синих трусах ты ходить будешь сейчас, тебя, бля, как провокатора посадят. Скажут, синие трусы кто носит, бля, вот у меня сейчас фила синие на мне. Не, вот это смотри, двойные стандарты, смотри, он пришел извиняться, правильно? Вот об этих вещах, брат, я говорю. Брат, если кто-то может закрыть мою душу, бля, пусть постарается. Это то, что вот эта козни, это все, она меня не останавливает, она меня не закрывает. Я свободный человек, у меня свободная душа. Я их топтал, брат, топтал их не полностью, вот это, корни же есть. Это чудаки, братуха. Ты видишь, морально просто ты слабый, брат. Морально слабый, у тебя практики просто нету в этой сфере. А аксакалы, как вы там, держитесь? Держитесь, держитесь. Мы, брат, и держимся, и придерживаемся, короче, и отдерживаемся, жесть. Иногда бывает, задерживаемся тоже, жесть. Но бывает, что больше придерживаемся, короче. Там, смотря по ситуации, как, короче, как выгодно. Братуха, ты как-то тремя руками держишься. Голос дрожит, брат. Ты первый раз на таких скоростях, походу, да, ездишь? Скажи-то тут, это, пацаны на голодниках, пусть разденутся, да, а ты снимай, скажи, чисто для пацанов, скажи, пусть ничего плохого не подумаешь. Какой базар, братуха, братец, братка, братан, братаевец. Любой заман, любой момент, любой вопрос, братуха. Наслаждайся, брат. Видишь, ты любую разденешь и любого разденешь, короче. Я не сомневался, брат, тебе. Не сомневался, братуха. Очень, кстати, очень хорошая кофе вот эта девчонка варит. Прям шикарную кофе варит. Ченя тоже, честно сказать, очень такая приятная девушка. Очень приятный человек. А вот же, оказывается, вот эта тема, да, сесть на лицо. Бедный этот, блядь. Бедный этот, блядь, я тебе говорю, опасный народ они. Вот, оказывается, что за тему ты рассказывал, брат. Полным ходом идет, короче, оборонительная тема. Набирает набор молодых лохов, брат. Не знает, как давить, куда давить, зачем давить, блядь. Так что, брат, подготовка идет полным ходом. Есть, походу, конкретные основания для этого. Для обороны и для самообороны, брат. Так что... Снять тоже не успел, мы их обогнали, короче, тормозов, подрезали их, блядь. Потом они на заправку, короче, срулили. Ну там как раз все разом, короче, на заправку заехали. За наши налоги, братан, против нас. Наши налоги, брат, работают против нас. Поэтому, блядь, братуха, чемпионы UFC, брат. UFC, братуха. Они все в UFC, брат. Три буквы, знаешь, да, брат? Три буквы. Сейчас происходит борьба за свободу. Борьба за свою свободу сейчас идет. И ты посмотри, там шахматисты, брат, борются. Люди, у которых душок есть. А те, кто вот на такой, на сатанинском бизнесе, они, брат, у них душка, брат, нету, не бывает. Они как цепные псы могут там, да, 5-10 минут пободаться. Вот эти кости, которые им кинули, подъесть. Душка, брат, у них нету. За свободу, брат, бороться. Они внутри уже умерли. Они могут там своими, короче. Ну, ихняя нища какая. Драться, пока есть силы. Потом работать с сторожами, да. Всевышний их создал. Вот, как псы деретесь и охранами. И собака еще же, когда уже отдерется, сторожевой только становится. Или вот так выкидывает ее, короче, как по городу ходит. Братуха, борьба за свободу.
А так что вам сказать, пацаны? В каждой сфере, независимо, это спортивная или государственная, или администрация там, города, или где бы ни было, есть своя политика. Политика, она есть везде своя. Спортивная, там, физическая, там, физика, геометрия, математическая политика, везде своя, короче. Так что вы так не думайте, что мы так не думаете, короче. Я-то, брат, я же свою эту тактику поменял, потому что народ, да, на... Ну что даже про это говорит, вот тяжело бывает, вот допустим, ты вот изучал сам предмет государственного управления, поэтому много тонкостей есть, если ты это не проходил, эти предметы, не изучал эту сторону, тебе тяжело будет просто понять, что я имею в виду, что я хочу сказать. Я тебе... Этот предмет тоже не изучал. Я до 9 класса в школе учился тоже не очень хорошо. И самая большая проблема людей, хочешь ты, хочу ли этого я там, изменений там, другое хочет. Ничего не изменится, брат. Разницы нету там, если ты там, ты же со всеми оппонентами не дерешься, ты со всеми должен, да, на правовой форме как бы общаться, фотографироваться там. Они никогда с ним дружить не будут, они зуб на него точат и точит будут, и отжали у него все. Не, изменения будут, она уже все равно такой момент, когда уже ослиный край сметут, бля. И все, вот вам и ответ на все вопросы. Угол Шамиля, короче, Хизроев, тупичок, короче. Так, чисто для информации, брат. Москве, он знает, где живет, брат. Приятного аппетита тебе, братуха. Приятного аппетита. Морковка такая прям мужская, больше картошки, брат. Я думаю, почему такой высокий, брат, здоровый? Оказывается, ты на морковке сидишь, да, братух? Понятно с тобой все, понятно. Любитель морковки, короче, ты, брат. А так, на самом деле, морковка очень такая, витаминов много. Не, видишь, братуха, я чё сейчас? Я сейчас ничего не могу тебе сказать, брат. Если это не его хата, к нему никаких вообще вопросов у меня нет. Тогда он заслуживает уважения, он. Так что мы ошибались в этом человеке. Тебе тоже, братуха, советую запустить видео с извинениями. Что ты так плохо о нем думал, брат. Вот так вот. Как ты вот такие зубы как сохранил, поедая вот такие куски костей мясных? Ты вот натуральный хищник, брат. Я смотрю, братуха, мясорубка конкретно мясо рубит просто. Просто мясо рубит, брат. Подожди, не спеши, братуха, чай попей. Полазить успеешь всегда, братуха. Это остановка на ютубе, которая, она за тобой, братуха, числится. Я поговорил со всеми, все. Она, брат, за тобой, остановка за тобой, брат. Это рассветка, не рассветка. Кто что сделал, то сделал. Карманы поют, ломался жизнь, бля. Финансы, карманы, бля. Короче, бля, сквозняки, система фильтрации, короче. Я вообще, конечно, охреневаю. Если раньше там эти мошенники что-то как-то там конспирировались, сейчас вообще нагляк, такой вот тупо палец, такое говнинное исполнение их работы, вот сейчас, блядь, вообще тупое, я не знаю. Как вот на такую лантрушку, блядь, можно купиться вообще, куда-то $300 отправить там? Ты же, блядь, по разговору понятно, что натуральная, блядь, вата. Братуха, а ты хоть понял, да, что они мне предлагали, или ты не расслышал? Братуха, кто не подписан, что им делать? Это братуха у меня на хате. Как тебя? Оцени, братуха. 4-й буфера, брат. Оригиналка. Оригинал, брат. Я же на Москва-Сити сейчас живу, брат. На Москва-Сити на этаж выше тебя, братуха. На этаж круче тебя. И вместе с этими апартаментами, брат, вот такое вот счастье мне предоставили. Как счастливому обладателю счастливой квартиры, братец. Ты, я смотрю, брат, молока много любишь, походу. Не, нормально, братуха, поздравляю, брат, тебя с повышением. Красавчик, как этот Тигрула говорил.